Приветствую! Как мы с вами знаем, в соответствии с 23 статьей закона о мобилизации, студенты имеют право на отсрочку. И мы прекрасно с вами знаем, что есть люди, которые воспользовались правом на образование для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации. К чему это привело? Как на это отреагировало государство? Как на это отреагировали вузы и чего нам ожидать в будущем? Именно об этом мы и поговорим. Ну а сейчас коротенькая некоммерческая реклама. В свое время Александр помог мне в одном проекте, а теперь мне хочется помочь ему. Александр делает качественные изделия из натуральной кожи, нашивки, кошельки, обложки для документов, но особое удовольствие ему доставляет производство атлетических поясов. Естественно, я сам пользуюсь изделиями от Александра и часто заказываю их кому-то на подарок. Ссылочка на его инстаграм-аккаунт будет в описании к этому видео. Ну а теперь непосредственно к теме ролика. Итак, в первую очередь, как отреагировало государство? Вступ 2023 отличается от вступа 2022 тем, что человек, мужчина, должен уже быть на учете на момент поступления. То есть, если в 2022 году приходил мужчина в приемную комиссию, подавал документы, и если у него не было военного билета, либо тымчасового посвящения, то он писал обязательство, что там в течение полугода он обязуется стать на учет и принести соответствующий документ. Когда была принята постанова 1487, этот вариант, по сути, закрылся. И на сегодняшний день, для того, чтобы поступить в университет, человек уже должен стоять на учете в ТЦК и СП. При этом, пока никаких распоряжений там от Минобороны, либо от Минобразования не было в контексте послабления этого требования. Как на это отреагировали вузы? Если вы следите за моими видео, то вы знаете, что в свое время я прозванивал вузы и рассказывал вам о том, что мне в приемных комиссиях говорили везде одно и то же, что будет как в прошлом году, придешь, подашь документы, напишешь обязательства и все. Но вот сейчас, на июнь месяц, ситуация несколько изменилась. На сегодняшний день... Уже вузы говорят о том, что нет, ты должен стоять на учете в ТЦК и СП. Как же будет на самом деле, пока неизвестно. Это мы поймем только тогда, когда начнется приемная кампания, и мы понесем документы и увидим, а будут ли вузы принимать документы от тех мужчин, которые не стоят на учете в ТЦК и СП. Более того, я хочу обратить ваше внимание на то, что в соответствии с постановой 1487 человек должен стоять именно на учете в ТЦК и СП. А как мы знаем, они были созданы совсем недавно. И те люди, которые имеют военные билеты, где стоит отметка о том, что они стоят на учете в военкомате, эти люди формально не имеют права поступить в университет. Опять же, как это решится на практике, как этот вопрос разрешится, мы увидим только тогда, когда окажемся в конкретном вузе, да, и какая практика будет именно там. Чего еще стоит бояться? Бояться стоит следующего. Отмены права на отсрочку. Почему я говорю, что этого нужно бояться? Почему мне кажется, что высока вероятность, что в этом году отменят право на отсрочку для студентов? Сейчас давайте посмотрим одно исследование. Как украинские университеты зарабатывают на войне? Такое название у исследования, которое провела организация «Наши гроши Львив». И вот давайте посмотрим, что же они интересного нашли. Интересна статистика, прежде всего статистика. Вот смотрим, 20, 21 и 22 год соотношение мужчин и женщин в университете. И посмотрите, 22 год, ба-бах, в два раза практически вырастает количество мужчин в университетах на 82%. Идем далее. Что это значит в конкретных цифрах? Давайте посмотрим. Ссылочку, кстати, на это исследование я оставлю, вы сможете более подробно с ним ознакомиться. До 20 лет, то есть это те студенты, которые, ну, чистые студенты, скажем так, да, закончили школу, пошли в университет. Их количество в 2022 году уменьшилось по сравнению с 2021 годом. А вот посмотрите, студенты в возрасте от 20 до 29 лет. Бабах, и посмотрите, какая цифра. 22 тысячи здесь, 65 тысяч здесь. В три раза увеличилось количество студентов. В три раза. Количество студентов мужчин в возрасте от 30 до 39 лет. Смотрите, с 2000 до 30 тысяч в 15 раз увеличилось количество этих студентов. И в возрастной группе старше 40 лет мы наблюдаем рост с 800 студентов, ну с 900, с 900, да, округлим, до 15 тысяч. Просто колоссальное увеличение роста студентов мужчин. А давайте посчитаем теперь. 65 минус 22 это 43 тысячи. Здесь у нас 28 тысяч плюс да, за 22 год. И здесь у нас 14 тысяч. Если это все посчитать, будет 85 тысяч студентов. Плюс 85 тысяч студентов. А что это значит? А это значит минус 85 тысяч мужчин которых можно было бы призвать вы вдумайтесь 85 тысяч и это люди которые скорее всего пригодны к службе в армии потому что если бы они были не пригодны к службе в армии вряд ли они бы пошли в университеты к чему я веду вы вдумайтесь за 22 год Страна потеряла 85 тысяч мужчин, которых можно было бы призвать. Что сделает государство? Что должно делать государство в этой ситуации? Ничего хорошего мы ожидать, скорее всего, не можем. И мне думается, что по результатам набора 2023 года, если тенденция будет вот такая же, я очень боюсь, что государство, примет изменения в законодательство, а нужно там поменять либо 23 статью, либо там дописать 23, в 23 статье дописать, что там отсрочка э, дается только тем э, людям, которые получают, например, первое высшее образование. Как, это, как аналогия со срочной службой, да? Вот срочникам же отсрочка предоставляется только один раз во время обучения, да? На второе высшее отсрочка уже не предоставляется. И, соответственно, вот здесь могут сделать, по сути, какой-то аналог этому. В итоге, конечно, если государство это сделает, это будет ужасно. Потому что менять правила игры по ходу игры абсолютно нельзя. Но, как мы знаем, государству не привыкать. Это будет ужасно, потому что среди этих людей много людей, которые же реально пошли обучаться, которые в любом бы случае пошли учиться. И они станут жертвами вот изменения этих правил. Конечно же, я искренне надеюсь, что этого не произойдет, но я бы всем рекомендовал как минимум в этом смысле готовиться. Нужно понимать, что государство может изменить эти правила в любой момент. И вот те люди, которые там пошли на второе высшее образование, на третье высшее, да, и э, с целью получить отсрочку, а может не с целью получить отсрочку, может для того, чтобы э, пойти на повышение, например, да, вот вы все, на мой взгляд, к сожалению, сейчас находитесь в зоне риска. Я, как вы знаете, не люблю вот такие видео, не люблю нагонять панику, и очень редко это делаю, но вот это та ситуация, в которой мне показалось, что... Вот нужно сделать такое видео и нужно предупредить, потому что, ну вы сами видели статистику, ссылочка есть на нее, зайдите, посмотрите еще раз, проверьте, чтобы вы видели, что я ничего не придумываю. Это та статистика, которую вот выложила организация, проводившая соответствующее исследование. И мне, ну вот есть у меня страх, что государство все-таки может поступить в этом году именно так, изменить правила предоставления отсрочки от мобилизации. Будем надеяться, что этого не произойдет, и все, кто пошел получать образование, смогут его нормально получить и закончить обучение. Друзья, с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.